Дай нам вспомнить школьные дни. Как учились мы вместе с тобой. В школе нашей, ставшей родной. 11 лет ты звал нас на урок. Другом стал нам наш школьный звонок. А сейчас ты звенишь для всех нас. Самый-самый последний раз. Как положено в срок, каждой новой весной есть последний звонок. Он прекрасен, отчаян, стать трамплином готов. Он сигналит к началу главных в жизни шагов. Сколько в нем обещаний, вдаль зовет этот звон. В нем и горечь прощаний, и надежд миллион. Лети же, последний прощальный звонок над школой, с любовью и грустью глядящих на вас, беспокойную жизнь уходящих. С любою бедою, с проблемой любою спешите сюда, в нашу школу. Всегда здесь помогут, поддержат всегда. А вместе любая беда не беда. Право дать последний звонок предоставляется выпускнику 11 А класса, Б класса, Макогону Артему и первокласснице, ученице 1 А класса Глебовой Веронике.